Кстати, да. Таки да. Сейчас купались, и один человек буквально плавает, и женщина эта оказалась русскоговорящей. Русской. Ну, разговорились, естественно. В общем, вкратце расскажу. 70 лет даме. 72, по-моему, уже. Она с Одессы мамы. Но она русская. Ну, как она говорит. Напоминаю, что национальность не зависит от того, в какой стране вы родились. Но это не важно, не о том разговор. Значит, она из Одессы, переехала она сюда 18 лет назад. То бишь, ей уже было сколько там? В районе 55 лет, да? Переехала одна, сама. Причем, я так понял, у нее дочка есть, которая иногда приезжает, но здесь не живет. Переехала она, ну я не знаю там по каким причинам чего, переехала она в Северные Штаты, где-то она в районе, да, в Орегоне жила. Она на самом деле где только не пожила, и в Нью-Джерси, это в районе Нью-Йорка. Очень интересная дама, она работала в России, ну, на Украине, на заводе, как это, что там? Ну, закрытый, радио, военный завод. Да, закрытый какой-то там радиозавод. И, в общем, она когда, фишка в том, что переехала сюда, ее начали, значит, там допрашивать, пришли к ней домой, прям в апартменты, какие-то там служащие американские, там разведки, не разведки, в общем, допрашивали ее. На тот момент каких-то секретов и военных тайн с этого завода, потому что они знали ее бэкграунд, где она работала. И она там что-то им дала, ну, этому чуваку, дала какую-то там информацию, но такую абсолютно не имеющую значения, то есть, ну, чисто, чтобы он от нее отстал. Ну, как бы, человеку сна тоже выполнить, да, свою работу. Вот. И, в общем, он от нее отстал, там счастлив ушел, подумал, что она ему нереальные секреты рассказала. Вот такие вот, кстати, старые завалюшки, все сносятся. Вот здесь уже есть реклама, наклейка двух высоченных небоскребов, что на этом месте будет. И тогда уже будет пейзаж закончен с соседями. Кстати, где вот стройка, сразу... Ой, заслонили. Туалеты для сотрудников, для строителей ставят. Ну вот, и в общем, она ему что-то дала, какую-то информацию, такую, что, то есть там на этом заводе ее каждые полгода меняют, да? Вот тетечка переходит дорогу с коляской, и вышла вот дама, остановила движение. Здесь я не пойму, школа рядом или что, почему они здесь? Наверное, не просто так, да. Да, не просто так. А, вот, переехала она, сейчас, и как получилось, она жила на севере, и у нее астма, она астматик, и ее врач ей сказал, что сейчас новые, как бы, новые исследования, новый взгляд на болезни, на их лечение, и что, если раньше считалось, что сухой воздух нужен для астматиков, то сейчас, наоборот, врачи пришли к выводу, что якобы влажный воздух для них лучше. И, вы знаете, она переехала сюда 3 года и утверждает, что ей вот этот влажный воздух Майами ее излечил, и она даже не пользуется вот этим вот баллоном, который на ночь она порой одевала, приходилось им пользоваться, да. И астма у нее прошла, она 40 лет мучилась с ней, и вот такое вот для нее счастье. Плюс ей сделали в Америке полостную операцию, там у нее что-то было с кишечником, с язвой очень серьезно. Так что Америка вот дала ей, так сказать, можно сказать, вторую и третью жизнь в этом плане, да. А где Калинка? Это здесь Калинка? Да, а, вот Калинка, да. И здесь же у них вот кафешка, раз у них здесь столики, получается. Да, столики вон. Ну ладно, уже зайдем. Чего не зайти? Это Плаза Торговая, вот небольшая, в самом-самом-самом, что ни на есть, центре
Sunny Island, да. Тут даже помимо русского магазина кафе Калинка, вон Юра Дели, тут еще вот Аллегрова играет «Младший лейтенант», и здесь вот икра черная, чай, то есть еще второй магазин. Прикольно. Ну вот, я быстро расскажу за тетечку. И, в общем, она здесь что там она еще рассказывала, вещала. Живет она сейчас здесь, в Майами, на материковой части. По какой-то программе у нее инсульт был. И какая-то там программа есть. В общем, она за апартмент, который $900, платит $130 всего. Она водит машину. Что она еще рассказывала? Без аварии. Единственная у нее авария была, а не она была виновата. Ее ударила какая-то тетечка белая. В боковину въехала. Ну, в общем, тетечка очень в 72 года активная и ведет себя абсолютно как американка, то есть в плане того, что здесь возраст не играет роли, в любом возрасте люди-люди. Плавает в океанчике, ездит на машинке, живет в Майами. Ну, такая вот история. Принимаем заказ на изготовление пасхальных куличей, оформление... Чего там оформление? Каких-то корзин. Вот куличи. Скоро Пасха, вот сегодня пятница, по-моему, Пасха, воскресенье. Вкусняшка. А? Какие красивые куличи, смотри. Вообще обалдеют. Вау, а запах какой. Сколько стоит? Хочу. Сколько? Вау. Очень здорово. Ну, на обратном пути возьмем. А вы до скольки работаете? До 10. Ого. Отлично. Что тут еще? А вот и корка. Так, ну в этом русском магазине не захотели люди съемку. Стало их смущать. Ну и понятно, наш менталитет. Никуда не деться, не хотят рекламы. Ну да ладно. Рядом вот рентовское агентство. Точнее, недвижимости. Тут и рент, и продажа. Так, ну и что тут пишут, что ты нашел? 325, ну, в принципе, что? Подъемная, пожалуйста. 325 где? Вот, Holland. О, Ocean Drive, отлично. Да. Двухбедрумная, пожалуйста. А, двухспальная, ну, да? Дом старый, 72 года. Угу, ну дом большой. Да. Так, центральное отопление. 400 тысяч, вот, пожалуйста, новый, 7 года, гараж вам... входит в стоимость двухбедрумная, одна большая ванная, 318 тоже вот подъемная, но дом старый, сразу цена ниже из-за того, что дом старый. А аренда есть? Аренду аренда видишь? По 3,5. Где? Покажи. Где? Вот 5900. А вот за ночь от $1500 до 2,5. Месячная аренда от $20,000 до 35. Трехбедрумная на пляже. А где находится Аквалина? Не знаю, где это. Ну тут отсвечивает стекло, ладно. Так, Калинка. Рижская сметана. Масло Вологодское. Все, что надо. $3.39, да? Вологодское. Нормально. Вот американцы скупаются. Или дочка уже просто на английском. А, большой он. Там он кафешка. Борщик с мясом. Сейчас он будет рассказывать опять. Хороший магазин, да? Угу.
куличи, ага. Маленькие. А вот сколько куличей. Ну, какие яички красивые. Салатики. Кава? Можно? Так, объявления. Много-много-много объявлений. Тортики в основном по 8 долларов за ЛБ, то есть полкилограмма. Опять куличи. Конфеты шоколадные. 9 долларов за ЛБ. Гречневая каша 4. Геркулес, гречка. Что-то без ценников. Фасоль 3. Перловка 2. Рыбка. Так, ну все это все видели, наверное, мне интересно. Икра 39,99, красная. Сколько? 0,42 ЛБ, что ли? Мороженка СССР. Семечки по 6. Так, пельмешки. Молоко. Творог. 4 доллара. Надо взять творожка. Так, квас. Так, печенье, чаи, все понятно. Ну, в общем, Калинка, конечно, кайфовый магазин. Очень все такие доброжелательные работники. И их много, и очень живо в магазине. То есть здесь, конечно, большая община живет, поэтому здесь так живенько. В Орландо, конечно, в русских магазинах чуть-чуть поспокойнее. Здесь прям так... бодро, причем что это день рабочий, да. А, но все равно, то есть вот хапануть какой-то русской вот этой вот, я не знаю, напряженной атмосферы вот здесь очень-очень можно. То есть вот в этом магазине дядечка прям так нехило меня послал с камерой. Причем я не понимаю, в чем прикол, то есть люди сюда еще ну, не только живут, да, приезжают туристы, и им по кайфу снять такие места, там, ну, для себя, да, там, чисто, там, для памяти, да, в чем проблема, я не понимаю, это же не какой-то объект, ну, хозяин-барин, конечно, но, в общем, вот так, причем зашли с Богатов Риэлти, понял? Как? Богатов Риэлти? Богатов? Ага. Не, я к тому, что мы зашли с разговором о том, что купить куличи, хотели купить. Но людям пофигу на продаже, вот какое-то отношение, конечно. Ну, это вот, это мы, это наша культура, что, куда деться. Так, тут вот индийская кухня еще рядом. А что еще из русского? Все? Ситибанк, вот который у нас есть, тоже здесь есть. Ладно, в общем, вот такие русские места.